Компания «Теплотранзит Караганда» презентовала свой пилотный проект. Услугодатель приобрел у московской компании полипропиленовые трубы. Первым преимущество новых технологий ощутить на себе детский сад «Балапан». Зимой, как уверяет монополист, в яслях будет гораздо теплее. Акимом области Абылгазы Кусаиновым было поручение о сотрудничестве с московской фирмой «Полимер Тепло», где были куплены трубы отопления из полипропилена стоимостью 5 миллионов тенге. Конечно, стоимость полимерной трубы выше металлической, но по словам монополиста, монтаж ее гораздо проще и быстрее, а значит менее затратнее. 49 лет гарантии того, что эта труба пролежит в земле. В принципе, как вот коллеги говорят, что 49 лет – это даже не тот срок, который можно этой трубе дать. Гораздо больше. Новую трубу услугодатель решил провести к детскому саду, понимая социальную важность. Этим летом, уверяет гендиректор компании «Теплотранзит Караганда», детям будет гораздо теплее. Правда, у новшества есть один минус. Полимерную трубу можно легко повредить, если, к примеру, какие-то коммунальные службы будут вблизи нее рыть землю. Если новшество поможет улучшить теплоснабжение, то услугодатель планирует закупать полимерные трубы и прокладывать их в других районах Караганды. Бек Абдинов, Тулеген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.